Горячая линия по вопросам частичной мобилизации начала работать в Свердловской области. По номеру 8 800 101 9111 следует обращаться, если вы считаете, что вам или вашему близкому не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщать о проблемах в организации быта мобилизованных. Операторы работают по будням с 10 до 19.00. В остальное время можно оставить сообщение на автоответчик. С каждым позвонившим обязательно свяжутся. Около 100 первоуральцев уйдут в армию этой весной. С 1 октября в Свердловской области начинается осенний призыв. Он продлится до 31 декабря. Планируется, что всего на службу будет призвано около 3000 молодых людей, порядка 100 из них – первоуральцы. Поставить прививку от коронавируса можно в ближайшие выходные. 1 октября в субботу первоуральцев ждут в поликлинике номер 1 по адресу улица Металлургов 3А с 9 до 12 часов. В воскресенье 2 октября в поликлинике номер 2 на улице Емлина 22 с 9 до 11 часов. С собой нужно взять СНИЛС, паспорт, полис и прививочный сертификат. Подробности можно уточнить по телефону 64 60 01.